Международное агентство Moody's, одной из тройки ведущих, повысило прогноз кредитного рейтинга России по государственным облигациям. Он изменился с негативного до стабильного. Как пояснили аудиторы, улучшению способствовала стабилизация внешних финансов России, что позволило смягчить эффект от падения цен на нефть. Потенциальные темпы роста отечественной экономики агентство оценивает в 1-1,5%. По мнению экспертов, повышение оценки говорит о признании эффективности бюджетной и денежно-кредитной политики нашей страны.